Помогайте, ребят, мы должны разъебать. Тхамбаб нахуй. Костеро. Чё это, как Бразилия какая-то? Это не... А я не знаю, тут не отображается, что это, блядь, такое за флаги такие. Мексика. Мексика? Я думаю, тут не все так просто. Блядь, это не Мексика. Что это? Венесуэла. Я не знаю, что это такое. Чили? А где ваша Чили? А, вот. Как вы это поняли? О! Зачем ты ебал? Да я не понимаю, блядь! Итали! Да нет! Ладно, у нас нет выбора. Тыкаем. О! Так, быстро, быстро. Блядь, что-то на Америку похоже, конечно, но, блядь, я не думаю, что это, блядь, Америка, блядь. USA? А ну нет! Это не... No! Австралия? А-а-а! Ебать, нас все меньше и меньше. Сколько нас осталось? Раз, два, три, четыре, пять человек. Блядь. А! Что? Кто? Где я, блядь? Что это за говно? Блядь, тут везде... Ебать. Ну охуеть. Это что-то совсем вообще прям далекое от нас. Таиланд. Вряд ли. Нет, не Таиланд. Это не Таиланд, и вряд ли это Вьетнам. Это не Вьетнам. Так, ребят, последняя попытка. И это не Камбоджа. Филиппины. Ой, сомневаюсь я в этом. Ну пусть будут Филиппины. Да! Ебать, нас осталось трое, ребят. Три пацана, как говорится, блядь. Их было три пацана. Нас трое. Их было четыре. Ну а нас трое, блядь. Или нет, нас четверо. Все-таки четыре пацана. Италия? Блядь, туда проехать нельзя, ёб твою. Мальта? Кипр? Нет, это не оно! Мальта, а где? А, вот Кипр. Это не Кипр. Я не туда нажал просто. А чё тогда? А где Мальта? Или что такое Мальта, блядь, вообще? Первый раз слышу. А, вот. Вы серьезно? И это была не Мальта, блядь. А что это было? Подожди, я же нажал Мальта.
Так я ж нажал, долбоёб, сука! Как не успел? Я нахуй мать-то, блядь! Я нажал, блядь! Не успел. Да в смысле, блядь, не успел? Так, а где мышка-то? А где? Да ёбаный... Не, ну это, блядь, вообще несправедливо, я считаю. Чё за говно, блядь? Блядь. Вахуй. Ой, блядь. 60 парсек! Да чё-то не хочу я в 60 играть сегодня. Что-то я уже подустал как-то, знаете ли, для такой игры. Да, там надо будет читать, это новая игра, в которую мы еще не играли. Я сейчас не готов, блядь, читать, сидеть все вот эти вот новые там эти ваши... сообщения, письма и прочее. Ого, Украину. Шо, блядь? Какую еще Украину? А в соседа надо думать, тоже не хочется. Ну да, да, да. Какая-то странная вообще территория. О, Япония, что ли? Нет. А я не ебу, что это такое? А, я же нажал Сингапур. Блядь, что с игрой нахуй? Я ткнул, блядь, Сингапур. И нажал, блядь. Он мне говорит, нет. А потом такой, ну вообще да. Не успел. Я успел, блядь, я нажал Сингапур, а он говорит, нет, я уже другую ткнул. Пиздец какой-то, блядь. Да как это не туда, если я туда нажал? Чё, ебанутая, блядь, игра какая-то. Ты кто? Ну, это опять какая-нибудь Камбоджа. Нет, не Камбоджа. И это не Вьетнам. Камбоджа. Там-там-там-там-там. Я не знаю. Ай, да в пизду. Корея? Не. Ладно, короче. Не буду вас мучить. Так, сейчас тут объявление позакрываю. Интересные мы тут варианты нашли в Америке, конечно.